Gallifrey, it's bread. It's bread. Вы с ним похожи, ты тоже подгорелая. Чё ты вот это выпендриваешься? It's bread. Это тупо кейчка. Да. Я из-за этого плюнул на монитор. Жюри, кейчка. Просто кейчка. It's just bread. Дебильное создание. Да, да. Кривожоп. Да. А всегда оно в этих всяких ваших видео так происходит красиво и легко, когда начинаешь сам делать. Ты понимаешь, он я знаю, как человек, который недавно начал кукол кастомизировать. Боже мой, как оно все красиво на ускорении у опытных мастеров выглядит. Понимаешь, он, по-моему, даже не зашкурил. Но у него поверх другой краски такое ощущение. А там должна быть шпаклевка. Ну, мы с батей, когда батя психанул и проехал по автобусу, ну, и помял крыло одно, мы выправляли и подкрашивали потом. Он потом жалел, что он психанул. Но уже было поздно. Просто этот мудак стал... Ему ехать прямо, а он стал на полосе, где можно поворачивать налево. А поворачивает налево тогда, когда не едут прямо. Логично. Ну, типа, можно и так, я не помню уже точно. Что там, кстати, в туалете за суета была? Ничего. Как обычно. Так, правильно мазать гребенкой. Блять. Союз свет. Классика. Каску носить надо. Да. Все, лепеху на голову не уронили. Ну, а еще вообще надо не наружу куда-то туда скидывать, а к себе внутрь, наверное, все-таки. Вообще, просто убирать обратно лишний раствор. Просто ну, кто-то кстати, умеет да, делать не... аккуратно, а кто-то вот такой. Чтоб вот. Не переводить его. Логично, да. Представляй! Вообще, когда ты уже сложил более-менее какое-то количество, ты уже на глаз рассчитываешь примерно сколько. Я так понимаю, он произносил просто выдуманные слова, похожие по звучанию на китайский. Ну, передразнил, видимо. Хотя, мне кажется, это постанова на самом деле. Или нет, идиотов полно. Выбил страйк. Оба. Там котик сломался. Ля, там еще котик бегает. Как быть красивым пухляшом, но при этом оставаться в форме? Интересный зал. В форме булочки. С аллигатором. Класс. Роды? Уронил все. Суши можно брать руками. Кстати говоря. Никто вас за это не знает. Не, ну жопа-то неплохая, в принципе. Hey, Oreo. Oreo, I got a laser pointer. Look. It's a laser pointer. How come the other cats like it? Хуёво, когда ты котик и слишком умный. И знаешь, откуда это светит. И такой... Мяу! Бля, брюшко свисает. Look on the ground. Прекрати меня провоцировать, сука! Ля, агрессивный какой. Digga, jede zwei Minuten muss ich diese Missgeburt zusammen. Ja, Junge, mach halt noch Gang höher, Junge. Guck, jetzt geht's wieder zwei Minuten. Ja, Junge, mach halt noch Gang höher, Junge. Guck, jetzt geht's wieder zwei Minuten.
Охуенный кулер, блядь. Ты увидела, куда прилипает то, что он кидает? Ага. Ля, ты шо дебил делаешь? Я голоден, я все еще голоден. Вижу дно миски. Вот какая вкусная каша. Как котик сидит, да, котики так любят. Ясно. Это было два варианта. Либо он съест, либо он так сделает. Ну, да. Чувак, походу, устал. Или идиот. Uh-huh. Обидно. Минус еда. Мыться? Да нажимай просто! Я обожаю это. Ракомакафо. Судя по всему, она забыла, что... Какой раз вижу, и все равно смешно. Да, судя по всему, она забыла, что надо отжать, когда тебя колбасит. И держать его надо не вот так, а вот так. Как бы там специально есть для этого. Ну, классно же это, брейк ниже сделал. Шикарный вообще. Надеюсь, голову не разбило. Ну, того стоило, наверное. А горький вкус моей любви меня убил, теперь без сил. Ясно. Песик их ловил, но что-то пошло не так, да? Зачем? Это ж специально сделали. Просто понимаешь, они сибычи, акитычи и хаски, вот они такие обалдуи. Они такие немножко тормознут и дуралей. At least it's almost done. Kind of. Я ждал первый, еще и второй пошел. Понимаю. Они это поели... что происходит, когда ты спешишь и время рассчитал впритык? Да. Они поели только что пюре котлету, мне ничего не дали. А меня кормят какими-то коричневыми камушками. Очень тяжело это. Я видел, у него глаз дернулся. Да. Как они смогли его внутренний монолог записать? Обычные копытные на поле. Засунь куда-нибудь бошку и мотыля здесь. Она уебала другую по голове, по морде. Больно, наверное. Видишь, она убежала. So if he tells you anything fucking different, he's a liar and a fucking snake. Fuck you. Теперь ты понимаешь, почему я Найта накормила индейкой? Ну иначе было, либо было бы вот как-то так, только из-под ножа, либо на это, на доске бы разделочная лапка бы осталась. Придурок. Так кто хотел сказать, что киса милая, девчуля симпатичная. Ты понимаешь, что это просто фунчоза с овощами? Да. Hello? Yeah? Мне не брать эту сестру, это так. И дверь сверху вмята. Hi! Да. Эх.
сколько денег на карте? Прикинь, у меня косарь только в кошельке. Да, у меня рублей 500 всего осталось. А чё? Серьезно, нам завтра за квартиру платить? Уже? Да. Так у нас и продуктов нет. На бензин надо, уже горит бачок. Что делать-то будем? Давай как обычно сделаем. Как обычно? Ну, конечно. Ну, займем, да? Перезаймем. Конечно, родители возьмем, конечно, как обычно. Ай, чё? Конечно. Ничего не теряем. Нормально. Ебать, они соус сразу на роллы льют, охереть. Ну, это уже не новый прикол. Я буквально недавно это вспоминал. Вчера или позавчера. Да. Настя опять вертится. Хочу тебя потрогать. Нравишься ты мне. Ну, какая ножка. Саша никак не может открыть шампанское. Да я только начал. Бля, прям в перегородку. А знаешь почему? Потому что он отвлекся на чувырлу, которую его снимала. Да? Надеюсь, ему не выбило зубы. Как не может открыть шампанское? Да я только начал. Блядь. Жалко Сашу. Больно, вот прикиньте, вот сюда ему попало. Это очень больно, это, блин, самое болючее место, наверное. Я раз в лоб попала, было больно, а туда даже не представляю. Кошка всегда выбирает самое лучшее, теплое место в доме. Так что... И не нахуй, да я здесь полежу. So we're walking through the city, right? And look at this. Big building up there. Интересно, как они туда попали? And what happened, Mr. Drifter? Как это произошло? Lost it? What happened? Было скользко. Я вижу геймпад, я вижу наушники. Не видишь котика. Коробку котика. Котик сейчас сделает гадость, стопудово. Котик генератор хаоса. Может произойти все, что угодно. А что произошло? Что он сделал? В коробку морду засунул, походу. Два дебила. А ты помнишь, как Кейчка с пакетом ломанулась? Да. Вот то же самое, блядь. Просто как плащ развивался. Рокки, Рокки, йо, Кристиано, Будаду. Шу? Там он в конце еще, по-моему, разгром устроил. Больше. По-моему, да. А может и нет. Я не помню уже. Но мы видели этот прикол уже. Капец. Я сделаю кафесито. Нет, не лопнул. Он уже. Ой, тебя черенно проела. Он лопнул. У него дно отвалилось. Думаешь, оно не сразу отвалилось? Ну, типа, было целое до этого? Да, было целое. Но видишь, что... На холодное дно налил горячее или наоборот? Ну да. Не, я к тому, что, возможно... Оно сразу отваливается. Ну, возможно, да. Я просто к тому, что мне кажется, просто он где как-то его угандошил и просто такой видосик снял. Я, может, так и угандошил. Просто до этого... Могут стрелять по мне, а зацепит по... Я вам говорю, что он маразм купил, я говорю серьезно. Саша, ля. Общий антир. Пойду гуськом. С первого класса вместе. За другом. Подождешь, что мы делаем. Ага. Отвечаем тоже вместе. Куда мне походка? Плохая походка, подожди. Бухлишка спасал, молодец. Ну, либо в любые другие бутылки стеклянные. Теперь ты знаешь, почему я недавно зимой пришла. Короче, у меня тут везде был впереди снег. Я предпочла заводиться вперед. У меня была такая аккуратно. А тут у меня была бутылка джина в сумочке. Я такая обнимаю ее, такая... Ебанушка! Кот принес показать, принес поесть, скушать. Это заверещало, как идиотка, испугала кота. Кот выпустил мышь. А мышь была живая, потому что он собирался с ней играться. И чё, теперь у тебя дома мышь? Правильно, чё? Нехуй верещать, как дебилка. Человек боится мышей.
Почему ты принимаешь страх арахнофобов, но не принимаешь страхи тех, кто боится грызунов? Это примерно такой же страх, он до иррационального доходит. Ну да, ладно. Все равно дура. Теперь у него мышь в доме. Раз он так легко ее упустил, то, возможно, он бы играя себе упустил. Да, мне кажется, его виск испугал хозяйки, ну, да, такой он громкий. Такой немножко... Он такой, чё, все, нахуй, я сваливаю отсюда. Петрушка. Не лайк. Ясь! Look at this. Tim Hortons just came up with salted caramel ice cap. I cannot wait to try this. Обидно, блядь. Хорошо. Не выпендривайся. Хорошо. Ладно, выпендривайся, но только уверен в своей безопасности. Придурок, потому что не надо туда такой стаканчик ставить. Да. У нас многие забегаловки этим грешат, ну, в смысле, уличные эти фургончики. Тем, что они продают в обычных пластиковых стаканчиках, которые для холодного напитки. Да, я на работе тоже заваривал в них и кофе, и чай. Но там не такой кипяток в кулере был. И, в принципе, нормально было, но это не есть полезно на самом деле. Крыса? Да. Да, это крыса. Или белка. Хвост пушистый какой-то, чего, блядь? А что вьем полку, ты, где то что? Что вьем полку? Зачем еще это было делать? Начинайте жарить шашлыки, когда вы еще не бухие. Я вам очень советую, иначе вы не поедите. Ну там благо. Во-первых, когда вы начинаете пить на голодный желудок, не поев чего-нибудь хорошего, плотного, типа мяса, вы быстрее угандошиваетесь. А когда вы угандошиваетесь, вы себе уже еду не приготовите. Ну благо тут не... Хотя начинаете даже... жарить трезвыми. Даже если на землю упало, тоже ничего страшного. Ну быстрее прожарится, подгорит чуть-чуть, подумай. Да. Он в панике носится. Мне кажется, он ничего не то, чтобы пьяный, просто у него вся конструкция наебнулась. Да, еще он. Я не понял вообще, зачем он вообще это подымал все. Я тоже не понял. Ну, вообще, видимо, понимаешь, что поднимает, чтобы туда подложить его. Ну да. А он понял. Что-то какой-то финт сделать хотел. Он хотел крутануть или что? Я так и не подумал. Но он все равно хотел, упал. Он бухой и хотел крутануть и думал, что все получится. Видимо, потому да. Потому что трезвый человек такого бы не додумался. Логично. Спасибо за просмотр. До скорого.